Традиционно руководители стрелкового центра ЮРГУ в преддверии 8 марта поздравили женщин. Каждая сотрудница нашего университета смогла пострелять по мишеням из огнестрельного оружия. Пришли подержать в руках пистолет не только новички, но уже и опытные стрелки. Когда ты сосредотачиваешься на конкретной цели, то все остальное отходит на задний план, и концентрация желания попасть в цель дает возможность немножечко сменить эмоции, и особенно когда ты попадаешь в цель, то ощущение такого победы. Главное в обращении с любым оружием – это меры безопасности, поэтому с каждой представительницей прекрасного пола рядом был инструктор. Ведь для девушек это прекрасная возможность получить навык владения оружием и выплеснуть все накопившиеся эмоции.